Ой, сломал. Ой, ты куда это? Сентябрь, школотябрь, октябрь, вкуснябрь. Нет, не открывай, это же утобрю. Паша! Ты чё орёшь, а? Конфетябрь на носу. Ну и что? Как что? А конфеточка где? Слышь, тебе что, мало конфет? А? Да. Ладно, вот тебе шоколадная монетка. Эй, это как-то маловато. Маловато. Ну, эй, мне тут скучно. Ой, колбасонька. Вот он. А чего она так воняет? Валера. А это ты еще с рукава не положил. Валера, ты где? Где-где? Убегаю от тебя. Пустите медведя. Все, лучше я Паша. Ой, эй, это мой шоколад. Эй, Паша, а где шоколад? Ой. О, а тут тепло. Валера, Валера, нет. Паша, смотри, я лосося поймал. Тоже мне рыбак. И летучие мыши. А чё они рыбой пахнут? Я уже хороший, честно. Ой, так он же прошлогодний. Что за звуки? Это идет из холодильника. Ух ты! И что это за уголок самурая? Да и вообще, Валера, что тут происходит? Как что? Сегодня день японской поэзии. И что? Слушай стих. Ветер силен, сакура прекрасна. Вкусную конфетку неси. И что это вдруг? Ну это японские стихи такие. Хайку. А, понятно. Эй, ты куда собрался? Стихи слушал? Давай конфетку. Пашу. Ну вот все-таки как эту лохматую огромину открыть? Кнопочки нету. Застежки тоже нету. Как она вообще открывается? О, а может ее раздавить с разбегу? Нет, Валерка слишком худенький для этого. О, а что если ее сбросить? Тут высоко. Сейчас еду к осину, отсюда скину. Она лопнет, и тогда я наконец-таки поем. Так, ну что, поехали. Высоты маловато. Валера, иди сюда. Ой, сейчас опять будет ругаться. Валера уже бежит, сейчас скарабкается. Вот. Я пришел, чего? Валера, чего ты там шумишь? Кокосы ем. Ну как ем? Пытаюсь. Ну я пошел. Стоять? Ну чего? Ты видео обещал там ребятам снять, когда будет 100 тысяч лайков. Я? Я ничего не обещал. Вот медведь. Понаобещал и забыл. О, а это чего такое? Это, Валера, спиннер. Кто? Ну штука такая прикольная. Спиннер называется. Какой еще спиннер? Это крутилка-вращалка. И вообще, она должна быть в форме медведя. Хорошо.